Данный сног предназначен для распиловки бревен диаметром от 100 мм до 350 мм. На станке организована подача бревна. Она составляет 7,2 метра, что позволяет пилить как длинные бревна до 6 метров, так и короткие. Одним из плюсов данного оборудования является то, что станок может беспроблемно пилить короткие заготовки, что именно актуально в наше время, от 1 метра 20 сантиметров. Как это работает? На протяжении всего станка есть цепь, которая не прерывается. Также на станке реализована двойная система протяжки, что полностью исключает протяжку заготовки руками. Станок имеет двухвальную систему пиления. На станке устанавливается до 12 пил, 6 сверху, 6 снизу. Минимальная толщина лафета, которая может получаться здесь, это 60 мм. Далее, на станке также организованы концевые выключатели, что обеспечивает дополнительную безопасность при распиловке древесины и работе на станке. Также есть когтевые защиты, которые обеспечивают дополнительную безопасность. На станке есть также опция плавная регулировка хода, которая реализована с помощью частотного преобразователя. Скорость пиления может составлять до 18,5 метров в минуту. На этом станке валы установлены напрямую от двигателей, что существенно экономит мощность при пилении. Вес станка составляет 2800 кг. Стенки станка выполнены из стали толщиной 16 мм. На данном станке установлены два двигателя. Нижний 45 кВт, верхний 37 кВт. Для удобства работы на станке в базовой комплектации устанавливается выносной пульт управления, что заметно облегчает работу оператора. Для удобства удаления опилок на станке установлен ленточный транспортер, который собирает в себя все опилки и удаляет их под себя. Для эффективного удаления опилок, кроме ленточного транспортера, на данном станке есть возможность подключить аспирацию.